Основная претензия заключается в том, что переплата по договору была. Подключится другой детский служб. Были случаи, что люди садились и уезжали. Нет, меня просили освободить бокс. Я просто сказал, что я никуда не поеду. Знаете, что надо сказать в ту камеру? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. И сделайте красную кнопочку к себе. Претензии по поводу по качеству, да? Вы хотели бы с кем-то переговорить? Да, Понятно, мы вас услышали.
Ответим вам письменно. Если есть возможность, очень хотелось бы получить. Это вы с собой заберете? Я с собой заберу, потому что копию вам предоставлю. А это доверенность, соответственно, непосредственно выписана клиентом на нашу организацию. Организация уже в порядке доверия оформлена. А, это доверенность с организацией, а это доверенность, что вам доверяют? Да, это организация уже доверяет. Тут я могу копию взять, да? Копию приложу. А, здесь все? Да, 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 конечно. Там самая претензия последним пунктом от руки дописана, то, что копия доверенность, она последним листом была. Так. Все хорошо. Да, и хотел бы ответить, чтобы его поставили. Медушка, пойдемте на ресепшн, да? Поставим. А у вас два экземпляра дают претензии? Да, на моем экземпляре просто оценочку поставили. Пойдемте смотреть машину, чтобы все было хорошо. Да, какие услуги вы оказывали? У меня вершинка должна была быть, но она есть, не вершинка. Не, вот что не должно были, просто мой салют в столовку, не вершинка. Ну что входит в мой салют, сайт открыт? Качество мойки меня абсолютно устраивает, я просто не поняла, почему я должна была за нее оплатить до оказанной услуги. Так все, в принципе, меня устраивает. Ну, видимо, там счет больше просто идет за качество оказания услуг. Не знаю. Да? У меня несколько... У вас за качество оказания услуг больше идет денежных средств платится? Пока вроде все так. Не устраивает только, что у вас после оказания услуг оплачиваются деньги? До. Или до? До. А до? Или до, в том-то и дело. Вообще после можно оплатить. Но были случаи, что люди садились и уезжали, когда клиентки постоянно... Ну, это может быть на дешевых машинах. Я не думаю, что на таких машинах люди, особенно хрупкая женщина, возьмет сядет в машину и скажет, пошли вы все, да? Нет, дело даже не в этом. Человек, к примеру, приезжает купить машину. Но. Случай такой, что он, во-первых, заехал, вышел, да, то есть не подошел сразу к нам, не оплатил. Он мощно сказал, как будет. Хорошо, да. Мощники помыли, мы ждали, я ждал клиента. Своего ответственного за фон. В итоге был закрытый, он пришел, принял машину, приехал. Ну. И не оплатил. Так а в чем проблема? Вызвали сотрудников полиции, написали заявление, его нашли. Это решается все, я не спорю. И все. Так все в рамках закона. То, что у вас там какие-то есть хотелки, это ваши хотелки. Вы не готовы предоставить мне документы, где написано, даже если это ваши внутренние правила, вы должны были меня отнаковывать.
услугу вас все устроило? Да, меня устроило, меня не устроило, что я потеряла время и нервы, потому что мы с вами реально ругались. Я любезно общался максимально. Но вы меня выводили. Я проделка сейчас, наверное, отправился. Ну вы мне просто говорили, не нравится, едьте на другую мойку. Нет, нет, я сказал, выбор это ваше правило, ваше право. Если вас не устраивает спектр ваших услуг, вы можете выбрать. Меня не устраивает спектр ваших услуг. Я хотела понять, на каком основании я должна была оплатить услугу до ее осуществления. Как-то так. То есть негативный отзыв вы себе заслужили? И в Яндекс, и в Google все будет. Подайте, пожалуйста, тогда книгу отзыв и ручку. Тогда а можно посмотреть документы, где написано, что я обязана оплатить услугу до ее выполнения? И сейчас хоть можете предоставить это? Обязана оплатить, или вы здесь самый старший? Я здесь самый старший. Ну, тогда книгу отзыв возьмите. Куда пойдем? Пойдемте туда. Можно ознакомиться, да, с внутренними вашими правилами? Ну да, юридический адрес, все нормально, все есть, печать. Только единственное, что с 18 года оно у вас не обновлялось ни разу. Вы знаете, да, что она у вас уже просрочена? Не буду. Конечно, она каждый год обновляется. Либо ставится отметка о том, что, да, вот, например, вот здесь, вот, что она продлена, печать, соответственно, организации и подпись руководителя. И когда была обновлена. То есть она у вас уже недействительна. Вы передайте эту информацию, да. Есть смысл писать? Ну, пока да, есть смысл. Прописано. Седьмое. Бухгалтерия у вас? А, ну, бухгалтерия это бухгалтерия для вас. У меня нет документов. Ну тогда вы не могли ссылаться на то, чтобы человек мог оплатить. Это была просьба. Ну, она также, девушка могла также по просьбе, ну, взять вам вежливо отказать. Нет, так меня просили освободить бокс. Я просто сказала, что я никуда не поеду. Ну это уже было хамство. Клиент. Попросили. Да. Ну, она вежливо вам отказала и сказала, что она будет оплачивать после того, как вы окажете ей услугу. Она вас точно так же может попросить сейчас снять штаны и пойти на улицу. Или присесть 5 раз. Отжаться 10 раз, например. Нет, я не утрирую, я все скидываю на то, что типа вы попросили, и она также может попросить. Что-то может просить, потому что это и какая-то. Хорошо, итог какой? Итог, вы все сделали, все правильно, да, вообще сейчас все оказали услуг, сейчас девушка вам оставит отзыв, и плюс еще будет у вас негативные отзывы о вашей компании в интернете. Надеюсь, к вам больше, может быть, не придут люди обращаться за вашими услугами. Качество услуг вас устроило? Качество, да, а вот сервис нет. А сервис нет. Справимся. Это нужно было делать раньше. До приезда, вот, допустим, девушки. Ну, на самом деле у нас был с вами такой не очень неприятный разговор, после которого мне не то, что не хочется даже сюда приезжать, а я просто не понимаю, вы мне даже не могли толком объяснить, почему. Вы просто сказали, что вам все равно, как бы вам вообще на все равно, и вы никому ничего не должны, даже родителям. Потом вы обиделись, что я спросила, больной ли вы человек, потому что я вам 10 раз объяснила, что мне от вас надо, вы меня 10 раз спрашивали, что вы от меня хотите. Я спросила, вы здоров? Ну, раз вы не понимаете, что я говорю 10 раз. Поэтому разговор у нас был очень неприятный. Вот это все время ситуация. Ну, я рада. У меня получилось. Ну, я, в принципе, от себя напишу. 2GIS, Яндекс, отзывы. В Google тоже. Почему, интересно, надо было скандалить? Не понимаю. Я не понимаю. Никто не скандалит. Так нет, вопрос-то в чем? Я попросила эти вот внутренние ваши правила с ними ознакомиться. А что вы мне скажете, что у вас нет никаких документов? Я говорю, и вам все равно. Не, сказал, дайте есть. Мне, пожалуйста, они телефон. Они есть, они в бухгалтерии. Ну, как бы бухгалтерия-то? И вы мне сказали, что вам все равно. Я попросила телефон хотя бы кому, мне все равно. Вы сказали, что... В общем, вы перестали со мной разговаривать, в принципе. Уголовка потребительная. Ну, вы
вот я и говорю, что есть какие-то документы, где условия ваши. Знаете, что надо сказать в ту камеру? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. И сделайте красную кнопочку к серой. Об этом вам скажут ваши друзья. Нам хейтеры не нужны. Никогда не писал негативные отзывы, ни в комментарии, ни мои. Я могу забрать машину? Об этих случаях я и говорю. Нет, это не тот случай вообще. Есть машина. Выбери номер машины. Понимаете? Все эти ситуации. Могу карты, если вам. Спасибо. До свидания. Вот ни в коем случае не обращайтесь на эту мойку. Вам здесь нахамят, нагрубят. Качество оказания услуг здесь хромает, так себе. Я бы так сказал. Если он вам нужен. Это устав, если он вам нужен для того, чтобы подтвердить действия моих полномочий. Ну, у нас, в принципе, тоже доверенность. Вы нам ее отдадите или дадите снять копию? Или копия есть здесь? Если нет, то несложно копию, извините. Сейчас сниму дальше. Такой обмен любезностями, да? Да, само собой, все должно быть в рамках правового поля. И делового общения. Копия тут есть, нет? Копия паспорта тоже нет. Фотограф, я сниму копию. Да, да, да. Момент. Так, значит, возвращаю паспорт. Да, да. Виталия, одна такая. Да. Одна такая. Давайте оригинал. Я вам его заверю. Так. Давайте проверим по списку, то, что есть в приложении. Значит, копия паспорта заявителя есть. Копия договора купли-продажи 26 августа есть. Копия кредитного договора за номером 1432 есть. Копия сертификата сам. Копия договора об оказании юридических услуг есть. Сумма 40 тысяч. Или тут еще что-то есть пока? Пока только 40, все. Окей. Копия приложения на договор. Там же. Здесь.
взгляд, соответственно, стоимость оказываемых услуг. Краткая суть претензии озвучки. Да, соответственно, при приобретении автомобиля сотрудникам салона было сказано, что вы берете с дополнительным оборудованием за 300 тысяч рублей, да, дополнительно платите, либо, соответственно, берете без доп. Оборудования, обязательно необходимо приобрести дорожную карту помощи дороги за 160 тысяч рублей. Полагаем, что данная услуга навязана является, да, что противоречит положению закона о защите прав потребителей. Информации о ней предоставлено сотрудникам не было, поэтому полагаем, что имеем право вернуть данные 160 тысяч рублей. Окей. Значит, претензия получена, суть обращения понятна. В рамках установленного срока посмотрим то, что есть, то, что сохранилось по видеоматериалам, по аудиозаписям, чтобы весь вопрос был объективным с вашей стороны, с нашей стороны, ну и далее ответим. Так что продолжаем коммуницировать, все контакты указаны в претензии, или как лучше, там электронная почта, или попросить кого-то курьера завести ответ лично для ускорения процесса. В принципе, если подумать. Не сложно, запишите мой контактный телефон. Ну все, надеюсь, что мы предельно быстро сможем разобраться с ситуацией. Если надеюсь. Правда на вашей стороне, значит, победа будет у вас. Если правда на нашей стороне, то тогда, наверное, процесс немного затянется. Да, так оно и будет.